Так, что, телевизор надо закрепить. Всем привет. Ну что, мы сегодня собрались поехать судака поискать. Опять нашей веселой компании, просто уже на другом катере. Ну погнали, посмотрим, что мы поймаем. Мы часто ездим в Африку, в Австралию, в Бразилию, обычно самолетами и режем по воде. Но если вы котенок и вас зовут Василием, то лучше, чем Воронеж. Ты какой там вес начинаешь, Валер? 25 поставил. Значит, примерно рядом. Опа! Есть? Поклевка была на свале. У меня такое ощущение, что там свал как раз вот он прям. Вот тут вот прям, вот рядом. Нам вообще бы надо бы, наверное, чуть по диагонали бы отойти. Ну да. Будем пробовать. То есть вы туда кидать принципиально не будете, я понял. Сейчас сначала. Да есть у меня овсетников полно, Юрий Алексеевич. Ну что вы, я не знаю. Вам принципиально своим овсетником ловить? Что-то есть. О-о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 -
Берем? Да как хотите. Все молчат, значит. Все. Кто молодец? Валер молодец. Распечатал счет. Окунем уже не рыба. Нормальный окунь. Вот он, коряжник, похоже. Похоже, я нашел коряжник, да. Разогнул крючок. Я сегодня ловлю палочкой, как обещал, новым орионом до 45 грамм. Вот в таком исполнении, на пробке он. Вот. И 35-й орион у меня с собой тоже. Я так сравниваю. Ну все съехались, все прям. Вам тут прям медом намазано. А что, не видишь, зеленый мед? Да, всем тут намазано медом. Да там вон все, гляньте, вон еще две лодки фигачат сюда. Да, все оттуда сюда рванули. Эффект, когда, знаешь, как зимой. Сейчас обуривать начнут. Оп. Да я не понял. Да у меня тоже сейчас что-то тыркнуло. Ну, я из-под твоей поймаю, ты из-под нашей. Ты, главное, в лодку не попади, блин. Валера услышит, прям сразу туда. Я Женю слушаю всегда. Жень, ты как в воду глядел. Так он в воду и глядит. Прям на падении. О, палка работает. Отрабатывает свой хлеб. Ну, как видишь. Кто молодец? Вот теперь Валер точно молодец. Ослиные уши. Это помимо нас. Раз, два, три. Мы четвертый, пять, шесть. Шесть лодок. Сейчас мы поставим свою волшебную кракозяберу. И что-нибудь словим. Да, как мне обычно говорят. Ну что ж ты, говорит, на видео прям точки палишь? Я говорю, ребят, эти точки знает весь город. Там палить нечего. Не я буду на ней стоять. Значит, кто-то другой будет на ней стоять. Что-то я пока особо не вижу, чтобы кто-то что-то поймал. Ну, там Женька, да, вон они поймали одного. Вон еще лодка идет. Потрясающе. Ну, все к нам. Да, вот здесь вот даже на 35-ку лучше ловить. С такими глубинами и с такими весами тут 35-ка более уместно. Ты смотри, приехали мы сюда одни. Сейчас уже 8 лодок. Нормально. Эффект выходного дня. Ничего не клюет. Уп, да что такое? Че, поклевка? Да.
Саша опять развел филиал магазина рыболовного. Уза у нее тут приманок сколько. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Рядом реки в маленьком саду созрели вишни, наклоняясь до земли. Да, Саша? Что-то было похожее сейчас на поклевку. Ну-ка, проверим еще разок. Прет. Прет. Мужик. Ну, прет, я говорю, он прет. Рыба. Рыба-то есть, вон, прет. Ну да, там, правда, рыба такая, что без слез не взглянешь, но все-таки сам факт. Что, есть? Молодец. Давай, таши. О, да это окунь. Ага. Отлично. Красавец. Жень, а у тебя в магазине достаточно резины, что ты так отрываешь смело? А то, похоже, заказывать придется. Да. Ну, палка до 45, вот. 16 в рук стукает. Нормально. Он стоил мужику поймать, и народ раз туда переместился. Надо прям сразу обурить. Кого не спроси, все прям, все, судак тут. Тут судак ловится. Тут его прям раздача этого судака. Прям приплыл и давай его косить, ага. Ну надо, чтобы Алексеич у нас поймал. А то что это он? Все без молока, да без молока. У нас хоть руки рыбой пахнут. Рыбой. А у кого-то валерьянкой. Вот так вот. А там проходит соревнование по фидеру. Все сидят такие прям прикольные. На одинаковом расстоянии друг от друга. Ну, блин. Да что ж так везет-то? Хвоста нету. Да, по выходным рыбалка это дело бессмысленное. Рыба по выходным клевать не хочет. Зато этот спиннинг потестировал новый. Класс, мне нравится. Даже обрыбил, да. Кстати, реально, вот этот Орион 45, вот он прям судаковая палка. Все-таки, Саша, мне все-таки пробка больше нравится. Я люблю пробку. Зачем? Не знаю, мне как-то вот, ну, на ощупь, но мне приятнее с пробкой. Она менее практична, она приятная в руке. Да. Вот мне все равно, вот пробка мне больше нравится. Вот, казалось бы, два одинаковых спиннинга. Вот здесь Эва, а здесь пробка. Вот мне пробка больше нравится. И вот этот до 35, он как-то это, он более универсальный в плане того, что вот им и щука, и судак, в принципе, нормально. Вот этот позлее, все-таки злой, вот этот чисто судаковый вариант. Так они оба чуйки, оба хорошие, оба легкие. Вообще не вопрос. Вот этот, это в наших вот местах кидать у нас там, приманочки. А вот тут по судаку, конечно, вот этот позлее, на подрыв позлее, вот именно, когда тридцатка, вот голова стоит, и ее подорвать резко, да. О, кидает хорошо. Что там такое? Я не понял, что это у меня там сидит. Трава, что ли? Я не пойму. Сомик-сомик. А, нет. Это чей-то шнур. Оп, держите. Там что-то есть, какая-то приманка, наверное. А, кто-то оторвал шнур. Сейчас самое будет смешное, что мы вытащим, и моя приманка будет. Вот это я посмеюсь сам над собой. Так, не смогли мы вытащить чужую приманку. Так мне хотелось посмотреть. Потому что это я оторвал, я уже не помню. Ой, ладно. Понравились мне оба спиннинга. Я доволен. Ну, рыбалка у нас сегодня так себе, так что... Какая есть у всех примерно. Она сегодня была одинаковая. Судака, конечно, хоть и нашли, но клевать он отказался. Отказался. Поэтому... Пойдем домой. Ой, время уже 12, почти 12 дня, жарища. Все, хватит. На базу. За пивом. Ну, а за всем, как говорится, пока-пока.
подписываться на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте все что угодно. Мы погнали. Тихо ты, главное, тут только не лети, тут купальщики могут быть. И даже просто ежика увидишь не везде. И все же для котенка по имени Василий прекраснее Воронежа. Нет города, нет.